Касамжимар Тукаев обсудил вопросы восстановления экономической и инвестиционной активности на заседании Совета иностранных инвесторов. Из-за пандемии встреча мирового уровня проходила в режиме видеоконференции. На этот раз спикерам диалоговой площадки пришлось встречаться во время сложного и продолжительного глобального кризиса. Коронавирус негативно повлиял практически на все аспекты нашей жизни, отметил Касым Тукаев. В мире подтвердили 55 миллионов случаев заболевания. И пока эпид ситуацию стабилизировать не удается. Все страны ощутили отрицательное влияние вируса. Казахстан не исключение хочу выразить огромную благодарность всем членам Совета инвесторов и представителям компаний, которые в это сложное время оставались с Казахстаном, помогали не только своим сотрудникам, но и казахстанцам. Согласно прогнозам, мировая экономика и торговля будут снижаться, поэтому сегодня важно говорить о восстановлении экономической инвест-активности. Хочу сказать, что Казахстан, как и прежде, открыт к международной торговле и инвестициям. За последние 30 лет Казахстан достиг огромного успеха. Он стал моделью реформ и экономического развития. Господин президент, вы ввели страну в новую эру, которая уже основана на важных достижениях первого президента, господина Назарбаева. С нетерпением жду возможности приехать в Казахстан, лично с вами встретиться.